Наверняка вам попадалась скумбрия с рыхлым мясом, похожим на паштет. И вы уже кляли, на чем стоит цвет продавца, думали, какой он нехороший и продал вам перемороженную рыбу. А на самом деле продавец и производитель не виноваты. Виновата обжорство у скумбрии и такой морской обитатель по имени Колянус. Колян, ну ты меня удивляешь. Это морской рачок, он плавает стайками, и он прекрасный источник белка и жира. И вот скумбрия им объедается и становится вот такой вот толстенькой и рыхленькой. У нее настолько работают все ферментные способности, что мясо становится рыхлым, похожим на паштет и с горчинкой. Определить такую скумбрию до разморозки, к сожалению, пока невозможно, потому что ни УЗИ, ни рентген ей не делают. А вы о таком знали?